7 августа в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось открытие первого съезда учителей истории и обществознания. Инновации современной образовательной среды как фактор повышения качества и доступности исторического образования в Республике Татарстан. Собрав на своей площадке более 1000 человек. Это учителя и работники образования, эксперты ЕГЭ, представители российского педагогического и научного сообщества, а также общественные деятели. В рамках предметных областей истории и обществознания на сегодняшний день большое количество вопросов, которые требуют разрешения. И мы считаем, что должна быть двусторонняя связь между системой высшей школы и учителями, которых мы выпустили, которые работают, собственно, на земле с учениками, с нашими потенциальными абитуриентами, то мы, конечно, все заинтересованы в повышении качества образования. Форум проходит на базе Казанского федерального университета и состоит из двух секций. Программа первой секции включает актуальные вопросы, связанные с подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию. Вторая секция пройдет 8 августа в Елабужском институте Казанского федерального университета, где состоится пленарное заседание съезда и круглые столы. Работы этого съезда наверняка будет принята резолюция, где будут высказаны и пожелания учителей, и планы по дальнейшей работе КФУ и школ Республики Татарстан. Поэтому я думаю, что работа пройдет довольно плодотворно. В рамках работы круглых столов участники съезда обсуждают наиболее актуальные вопросы, связанные с развитием современного исторического образования в школах, повышением его качества и применением новых технологий в процессе образования. Этот съезд был необходим для нас, учителей, так как начинается новый учебный год, и все старые проблемы, которыми мы столкнулись в 2017 году, в этом учебном году, все эти проблемы были подняты, а именно проблемы, касающиеся сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Арина Михайлова, Владислав Михневский, Универньюз.